прошлого года отделом образования города Актобе начался процесс обеспечения школ бесплатными учебниками. В этом году обеспеченность книгами составит 93%. По городу Актобе на 2015-16 учебный год было 59 тысяч учащихся. И в прошлом году закупались переизданные книги, это 4, 5, 6 и 11 классы. Об этом вы информированы, в прошлом году мы полностью раздавали детям. В этом году, в 16-17 учебный год, в данный момент мы сейчас делаем мониторинг, около более 64 тысячи учащихся сейчас собралось. Например, если брать 4 класс, если в прошлом году в 4 классе было 5 тысяч детей, в этом году увеличено на 471 учащихся. В связи с ростом количества учащихся также увеличивается и потребность в книгах. Кроме того, каждые несколько лет все учебники подлежат переизданию. В этом году переиздаются первые 8 классы. Полностью первые 8 классы уже 100% дети обеспечено. И дополнительно покупали 3 класс основные книги и 10 класс основные книги. Но в конце мая мы дали заявку еще дополнительно. Почему? Потому что мы планировали увеличение. Данный момент вот в той неделе выделено из областного бюджета еще 61 миллионов тенге. И мы заказывали. На сегодняшний день ожидается доп. Заказ в 4 классы, 5 классы, 6 класс, 3 класс, 8 класс и 10 класс. Не обеспечены новыми бесплатными книгами остались 2, 7 и 9 классы, так как эти учебники будут переизданы в 2017 году. И покупать такой большой объем книг на один год экономически нецелесообразно. Однако отдел образования нашел выход в этой ситуации. 2, 7 и 9 классы почему не покупаем? В следующем году, в 2017 году, в сентябре, вот эти книги переиздаются. Вы знаете, все книги каждые 4 года переиздаются. В прошлом году, как я говорила, 4, 5, 6 и 11 переиздалось. В этом году первые, это новые модели обучения, первые классы все, и 8 классы. Вот эти книги полностью уже закуплены, в городе уже есть. Мы сейчас детям раздаем. Уже почти что уже закуплены. А в следующем году переиздание 2, 7, 9 класс. Поэтому в этом году мы не покупали. В связи с тем, что школы обеспечиваются учебниками строго по количеству учащихся, при переходе из одного учреждения в другое ученик забирает книги с собой. Однако в конце учебного года обязан сдать их в ту школу, в которой он их получал. Дина Букинбаева, Алтынбек Даутов. Специально для программы «Твое утро».